На базе Института Сорбонны Казахстан планируется подготовка будущих специалистов по двудипломной программе. Об этом говорили сегодня на 8-м форуме казахстанско-французских вузов, стартовавшем в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая. Открытый в 2014 году, Казахстанский институт Сорбонны теперь имеет возможность вручать дипломы двух стран по таким специальностям, как международные отношения, международное право и маркетинг. Диплом европейского образца позволит выпускникам стать конкурентоспособными на мировом уровне, отмечают эксперты. На форуме представители нескольких вузов подписали меморандумы о сотрудничестве, целью у которых является укрепление связи между Казахстаном и Францией в сфере образования и науки. Мы видим, да, и по международной повестке о том, что вот состоялся и визит президента Франции в Казахстан. Надо сказать о том, что и наша страна, да, вот уделяет очень большое внимание всем тем образовательным процессам, которые происходят для наших и студенческой молодежи. Такие программы, они должны реализовываться. Это сотрудничество дает очень многое.